пиво – это как синонимы. Пенящийся напиток – часть жизни чехов. Его пьют вечером и даже днем. Небольшой бокал может быть включен и в бизнес-ланч. Мы сразу выдали в себе новичков, когда в первый же день за обедом попросили кофе. За соседними столиками сидели уже бывалые и потягивали хмельной напиток. Прага пивная – это факт, и есть даже такая экскурсия. Конечно, мы поспешили ее посетить. Самая веселая экскурсия в Праге – это, конечно, с пивом. Экскурсия с дегустацией. Ну как еще можно рассказывать о пиве? Но посмотрите на бокалы, что-то уж совсем не дегустационные порции. По телевизору такое не покажут. Вот эти крендельки – все, что положено к пиву. В Чехии не принято пить его с рыбой, кальмарами или чипсами, как у нас. Принято просто пить. Вся эта еда считается портит вкус напитка и вообще не нужна, когда есть хорошее пиво. Ну действительно, зачем? Так что лучше заранее подкрепиться. Многие пивные в Чехии варят свое пиво, и у них есть свои мини-заводы. Вот можно заглянуть даже в пивную бочку, там где оно производится. Вот оттуда оно. 162 литра пива в год приходится на душу населения. Такую статистику озвучил наш гид. Но в ресторанах ведут свои подсчеты. Например, гигантского чана порой не хватает и на 3 дня. Так что приходится варить, варить и варить. Аж 800 литров пива на один день. Так что проплывает этот один чан на эти 2-3 дня. Поэтому варим 2-3 раза в неделю. Так что, чтобы вы знали, что я должен выпить. Очень интересные все эти ресторанчики и пивовары, такие атмосферные. Вот этот «Успирка» сделан как лаборатория алхимиков. Весьма популярным был поиск философского камня в средневековой Чехии. А что-то мне подсказывает, что некоторые ученые до сих пор корпят над пробирками где-то на чердаках пражских домов. С улицы многие заведения кажутся небольшими, а заходишь внутрь, и тебя уводят в лабиринты подземелья. Залы располагаются на минус первом и минус втором этажах. Наверное, чтобы посетители не спешили уходить и заказывали пиво снова и снова. А оно, конечно, здесь вкусное. В завершении экскурсии нам вручили еще и сертификаты. Вот такие. Так что теперь я эксперт. И причем курс я прослушала не только теоретический, но и практический. Кухня в Чехии такая же впечатляющая, как и пивные традиции. Никаких вам фуа-гра или паштетов. Огромные тарелки не для того, чтобы подчеркнуть ценность блюда. Печеное вепрево колено – вот козырь пражских ресторанов. Кусок свинины прямо с вертела. Как вам такая средневековая Европа? Это хоть и безумно жирно и тяжело, но вкусно невероятно. Наше вепрево колено было весьма дорогим – 400 крон, почти 800 рублей. Но извините, это 1,5 килограмма мяса. Как ни старались, справиться с ним вдвоем с мужем нам так и не удалось. Популярна также утка и гвоздь любого ужина, а также обеда – кнедлики. В нашей кухне аналога нет. Такие пшеничные или картофельные лепешки, но они подаются не как хлеб, а как гарнир. Рекомендуют вместе с тушеной капустой. Еще почти в каждом меню ресторанов с чешской кухни есть такой раздел – блюдо на двоих. На подносе несколько видов мяса и, конечно, кнедлики с капустой. Мы заказали мини-вариант общим весом 800 граммов. Эх, не по нашим силам оказалась и эта тарелка. Хотя, опять же повторю, готовят очень вкусно. Вот эта порция считается на двоих. Причем это еще маленькая порция. Есть порция, которая включает 2,5 килограмма еды. Несъеденное можно забрать с собой. Остаток порции завернут в фольгу и вынесут в пакете вместе со сдачей. Европа, она такая экономная и нерасточительная. В Польше вообще в некоторых ресторанах даже не ждут просьбы, а все, что осталось, раскладывают по контейнерам и отдают посетителю. Про Чехию наш гид рассказывал, что если несколько человек оставят еду, то повару могут даже не заплатить, мол, приготовил невкусно. Так прикольно вечером гулять. Все такие пьяненькие, особенно в пятницу вечером.
Но за все 10 дней мы не увидели ни одной потасовки или драки. Гулять даже поздним вечером было вполне безопасно. А красиво-то как. Прага – потрясающий, величественный и волшебный город. Да шучу я, шучу.